вечер, уважаемые гости. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Ну и рада очень вас поприветствовать на сегодняшнем мероприятии. Буду рассказывать про один из своих провалов. На пути становления и формирования нашей компании их было очень много. Вот, и Даниар выбрал один из наиболее интереснейших, на его взгляд, и полезнейший кейс. Вот, ну, первый слайд про меня. Кроме того, что я развиваю ментальную арифметику, я сейчас возглавляю ассоциацию ментальной арифметики, которая объединяет более 30 школ разных брендов ментальной арифметики. И занимаемся организацией международных олимпиад за границей, именно в других странах, кроме Кыргызстана. Кроме этого, на себе почувствовали путь разработки и упаковки франшизы. И на данный момент мы открываем школу франчайзинга, которая будет заниматься упаковкой франшиз и будет пропагандировать стратегию развития компании именно по франчайзингу. Это отдельная тема большая. Вот. Ну и давайте перейдем к нашему провалу, да, так как время ограничено. В чем заключается провал? Дело было в начале 2016 года. Один из ключевых сотрудников Академии Роста овладел ключевым компонентом пакета франшизы. Это генератор паролей и активатор нашего программного обеспечения «Ростабакус». Это методическая программа, с помощью которой дети тренируются и без которого наши уроки просто не проводятся. Кроме этого, этот сотрудник, не выполняя свои обязательства, получал авансы стопроцентные и на ресурсы же Академии Роста путем введения в заблуждение открывает свой центр образования, тем самым ведет конкурентную деятельность Академии Роста. Ну, каким образом это случилось? Дело было такое, что приходит человек на собеседование, профессиональный педагог, отлично проходит собеседование, с хорошим социальным портретом, показывает очень высокую мотивированность и то, что нуждается в работе, то, что надо растить детей, кормить родителей, без мужа и так далее. При этом очень хороший специалист, проводит отличные уроки и так далее. Ну и мы берем на работу, и в силу того, что я в курсе семейных проблем данного сотрудника, даю задание HR, чтобы дали, ну, по возможности, группы все отдавали этому сотруднику нагрузку полную и хорошую заработную плату. Человек идейный, инициативный, подходит к нам с предложениями, там, как дополнить книги и так далее, мы даем дополнительные задания. То есть, кроме того, что она с утра до вечера загружена преподаванием, мы ей еще доверяем корректировку наших книг. И отдаем, конечно, заключаем договор об оказании услуг и отдаем все электронные варианты книг на корректировку. И, соответственно, плюс к той хорошей высокой заработной плате еще контракт на почти там 10-кратная сумма от заработной платы. И в итоге она приходит, говорит: вот я хочу работать дома, а дома у меня ноутбука нету. И вот можете ли вы мне выделить компьютер? Ну и я вспоминаю, что у меня в кабинете где-то валялся один компьютер, он старый мой личный компьютер. И я, позабыв, что там были генераторы, которые мы тестировали, отдаю ей, потому что где-то полгода он лежал, я его не использовала. Отдаю, и таким образом вот человек до получения ноутбука и после – это абсолютно две разные люди. Человек поменялся просто на 180 градусов. Вот, и таким образом исполнитель начал тянуть с исполнением заказа. До этого каждый раз приходит, просит авансы, каждый раз
я соглашаюсь на трудное, ну, учитывая трудное семейное положение, и выдаем авансы и так далее. То есть по проекту, по второму крупному проекту. Ну и мы остановились на том месте, где сотрудница, не сдав проект, не закончив наш заказ, открывает втайне свой центр на наши ресурсы, полученные за невыполненный еще заказ. Вот, забрала с собой 40% учеников нашего центра. То есть она была хорошим педагогом, и по моему заданию ей давали группы, то есть в большом количестве. Вот. И, конечно же, она провалила проект по корректировке наших книг. Это 8 серий книг было. Конечно, мы это потом сделали успешно без нее. А вот такой был провал. Ну и мои ошибки. Какие были мои ошибки? Да? В этом я, конечно, в большей степени виновата сама, в любом случае. Я сама передала все электронные версии книг. То есть ни в коем случае... Я потом, конечно, для себя сделала очень хорошие выводы. Передала ноутбук с генератором паролей. То есть это такое программное обеспечение, которое каждый месяц запрашивает пароли. Если даже кто-то скопировал, то все равно без обновления паролей он перестает работать. То есть человек мог бесконечно всем раздавать, продавать, устанавливать и так далее. Да? И сама виновата, что выдала все финансовые средства за невыполненный заказ из-за душевных своих особенностей и из-за излишнего доверия, потому что с человеком действительно были очень в очень хороших отношениях и очень друг другу очень часто помогали. Вот такие вот дела. Ну и какие выводы мы сделали? В любом случае, какие бы отношения ни были на работе, если даже это родственник, если даже очень близкий друг, в любом случае нужно держать баланс между доверием, требовательностью, бдительностью, жалостью и человечностью. То есть не надо ни в коем случае делать какие-то действия из-за своих эмоциональных каких-то чувств. Ни в коем случае. Надо всегда опираться на то, насколько это будет влиять на результат работы, насколько человек компетентен, насколько это безопасно, насколько это будет полезно компании и так далее. Только в этом случае вот нужно принимать решение. И в конце-то оказалось, что у человека супруг был за границей и высылал, в принципе, деньги. Проблемы семейные решились бы и без моих финансовых одолжений и так далее. И вывод такой сделали для себя, что поставили конвейерный принцип распределения обязанностей. То есть, если человек преподает, то человек ни в коем случае не имеет дела с книгами. Если человек работает с франчайзи, то он не имеет дела с паролями, с программным обеспечением. Если человек разрабатывает программу, то человек ни в коем случае не знает про нашу систему, про то, как мы ее продаем и так далее. То есть, и ни в коем случае один сотрудник не выполняет два или более разных функциональных обязанностей. Это, возможно, кто-то поспорит со мной, да, что человек должен быть многофункциональный, сотрудники должны быть взаимозаменимы и так далее, и так далее. Но не в том случае, когда мы очень по-крупному масштабируем наши продукты. Не в этом случае. Если это какое-то производство и, например, швейный цех, да, если хорошо, если один человек умеет и там шить, и кроить, и дизайн и так далее делать, ну, тоже спорный вопрос. Но в нашем случае мы для себя поняли, что ни в коем случае так нельзя делать. Ну и на данный момент имеем свидетельство от Кыргызпатента о том, что все наши программные обеспечения, все 16 серий учебных пособий запатентованы и являются имущественным и интеллектуальной собственностью Академии Роста. Вот. Что это нам дало? Ну, новые принципы я рассказала, как мы распределяем обязанности, новую силу. На самом деле, на тот момент для нас это было очень грустно, очень пагубно, что филиал потерял почти половину финансовых доходов. На тот момент у нас учились 230 учеников, ну,
около 100, забирает сотрудник и уходит в свой центр, в другой. А родители и дети – это такие люди, которые привязываются к преподавателю, и они зачастую вот любят преподавателя. А тот преподаватель копирует всю методику, систему Академии Роста и как бы по тем же принципам, по ценовой политике, по урокам, по сценариям и так далее, забирает свой центр. Да? И в итоге ну, мы судились, хотя я не сторонник такого способа выяснения отношений, до этого само дошло. И в любом случае, когда таким образом поступают с компанией, таким образом начинают для себя дело, я верю, что у любой компании есть своя душа, есть своя аура, и в любом случае они далеко не пойдут, да, и так и случилось. На данный момент мы про них и не слышим, и не видим. Ну и, конечно же, мы переделали программное обеспечение, оно онлайн. Без онлайн-открытия доступа, закрытия оно не работает. Но это очень удобно для франчайзинговой системы. Ну и на данный момент мы работаем по всем регионам Кыргызстана. Вот, это более 60 центров. Кроме этого, есть центры в Таджикистане, в Узбекистане и в Казахстане. Был опыт работы с Афганистаном, это педагогический колледж, где очень хорошо работает наша программа, и там скоро выпустится очень много инструкторов по ментальной арифметике. Спасибо большое! Это Сайкала Сулбекова.